Взрыв и серьезный пожар произошли сегодня во второй половине дня на Пограничников. Возгорание началось с котельной, которая примыкает к складу горюче-смазочных материалов Новоангарского горно-обогатительного комбината. Выбитыми оказались стекла, фасад разорвало. Здание частично обрушилось на площади 200 квадратных метров. Столько же квадратов охватил огонь. Не обошлось без пострадавших. Спасатели обнаружили мужчину с ожогами рук второй степени. Его передали врачам скорой помощи. На месте работали 80 человек и 29 единиц техники. Сейчас пожар потушен. На месте побывал наш корреспондент Антон Попов. Ему слово. Взрыв произошел вот в этом ангаре за моей спиной. Это территория Новоангарского обогатительного комбината. Сейчас открытого горения здесь нет. Сам взрыв произошел около часа назад. Пожарные и силы МЧС работают внутри, проливают территорию водой и пеной, чтобы не было открытого горения. Пострадал, насколько мне известно, один человек. Его доставили в ожоговый центр краевой больницы. Мы здесь видели вещи, которые, вероятно, с него снимали, прежде чем увезти его на скорую, такие обгоревшие. Какие у него травмы, пока неизвестно.